Приветствую всех любителей бани и сауны в городе Новосибирске. Мы наконец-то выбрались в сауну. Вот такие вот раритетные вещи, еще киосочки можно встретить у нас в городе. Сегодня мы с друзьями забронировали номер, один из номеров в, значит, в банном комплексе Miami Beach. Номер называется «Охота». Предварительно у нас там парилка на деревянных, ну в смысле на деревянных, парилка на березовых дровах у нас. Мы заказали веники березовые. Комплекс этот тоже вот в частном секторе расположен, в Октябрьском районе. Бассейн у нас в «Охоте», бассейн внутри помещения, а вот номер «Рыбалка», он с бассейном, с подогревом на улице расположенным. Но он был занят, забронирован, и мы туда не попадем, наверное, сегодня. Вот так издалека, вон она, зелено-желтая крыша. Это наш как раз... наш сауна, скажем так. Так что вот, идем париться наконец-то. Уже мы недели две, а то и три пропустили. Вот издалека показываю еще раз, как это выглядит все. Смотрится неплохо. Хотел сказать, на небе радуга. Нет, это от самолета какая-то хрень. Ну, в общем, вот так вот. Подходим сейчас. Мы немножко чуть рано вышли. Сейчас мы, наверное, маленько... Вот тут рядышком можно еще и купить... Всего, что хочешь, заодно далеко не отходя. Ну все, потихоньку подходим. Вот успел, как раз уже темнеет. Там еще выход будет на улицу. Постараюсь его показать, если успею. Если не стемнеет. Машинка. Ну вот вывеска такая, значит, рекламная. Сейчас перешли мы на другую сторону. Покажу поближе. Уже с этой стороны, как выглядит. Подъезд, подход. Комплексу Miami Beach. Вот. Не знаю, сами первый раз сегодня в этот комплекс идем. Мы были в Miami Luxe, но вот надо будет узнать, чем они отличаются как раз. Чтобы в дальнейшем нам знать, как их различать. Ну вот так вот все красиво, аккуратно и замечательно сделано. Все, такое ощущение, что приехали, то кто-то еще, по-моему, тот-то надо. Во, наши как раз товарищи приехали. Все, на этом буду завязывать пока съемку. Сейчас так еще покажу. Вот. Ну все, заходим потихоньку. А мы сейчас куда? Да? У нас же там отдельное здание должно быть. А, вот сюда вот. Ой, смотри, там наверху кто-то прячется. Ну да, мы тут подождем. Ну. Вот такой вот интерьерчик нас встречает, в общем. Сразу вот, пожалуйста, можно и тут присесть, посидеть. Это вход, тут входка в номера в остальные, но у нас отдельный вход. Нам вот сюда вот, поход. Или туда. Или вот туда. Или сюда. Я даже не знаю, куда мы там пойдем-то. Может быть, мы пойдем даже куда-нибудь вот сюда вот. Я так понимаю, номеров здесь много. Ну вот. Ну вообще уютненько так, цивильненько, блин. Ждем. В общем, ждем пока. Вот такие цветочки я вам покажу. Отлично. Так, пока еще мы приехали вечером уже. Пока светло, хочу показать сразу интерьер. Внутри номера «Охота». Вот такой вот у нас мангальчик тут. В виде... Так, со светом что-то напутано. Или он, видать, специально так моргает. Тут вот такой щит и меч. Ну вот мы приехали сейчас. Градусов 5, дай бог, что было. Уже вот на этой верандочке не посидишь. А вот так вот интерьерчик выглядит. То есть мы сегодня уже будем внутри. И навряд ли мы будем выходить куда-то. А вообще вот такое вот небольшое. Небольшое к этому номеру еще пространство есть на улице. Летом вообще ништяк, можно варить что-нибудь тут. Вот есть казан, есть
Прям вот так это выглядит. Ну, есть мангал. То есть, в принципе, можно собираться тут компанией. Не спросила, по какой, до какого. А, 80 человек, да. На сайте прочитал, 80 человек перед тем, как мы собирались. Сейчас другого угла еще покажу, как это все выглядит. Вот он вход сам уже в номер охота. Ну и вот из дальнего угла вот так вот выглядит помещение. Там какая-то стройка идет, я так понимаю, очередной номер какой-то делают. Вот. Ну, в общем, вот, ладно, пока мы ждем, еще тут не все собрались, пока ждем, собираемся. Сейчас пойду переоденусь и уже продолжу съемку изнутри. Так, ну все, мы внутри. Я залез на второй этаж, сразу поднялся. Пока ребята там все выпивают, закусывают, я вам покажу сначала. Вот эта комната такая на втором этаже. Я в самом углу вот ее стою, получается. То есть у нас здесь бильярдный стол. В общем-то, в целом нормально. Единственное, лампочек не хватает. Вот, диванчик, значит, такой. Так, ну это там сумка. Моя, не обращайте внимания. Даже есть шары. Ну, в общем, кто хочет поиграть в бильярд, вполне может заняться этим делом. И еще вот такой столик, значит, по углам. Креслица небольшие. И вот такой вот футболец. Вот футболец, может быть, и мы даже поиграем. А что, нормально? Видите, все крутится. Мячик и вперед. Вот, значит, окно. Это окно туда, в соседние номера куда-то. В общем, на улицу окно. И вот такой вот, такая вот лестница вниз. Ну и все, попозже немножко продолжим. Уже будем спускаться вниз. Так, ну все, продолжаем. Я пошел вниз. Если там попадется какая-нибудь голая задница, например, или, ну, или какой-нибудь из моих товарищей, не обращайте внимания. Это нормально. Короче, так, так. Главное не упасть. Ой. В общем, это вход, короче, получается, да, в какой заходили. Тут кто-то разделся, кто-то нет. Поразился. Общая комната, где все тусуются, потом я попозже покажу. А вот тут вот, короче, какая-то очень маленькая лестница, какой-то погреб, наверное, тут или что, я не знаю. Сейчас я попробую сюда залезть. Ух ты, блин, я не знаю. Я надеюсь, видно, да, видно по-любому. Фу, ну, в общем, в этом блиндаже 1.5 метра всего высота. Ну, а есть вот такая чудо-штука тут. Внутри сделана такая эротическая панно. Хрен знает, как назвать. А дальше у нас матрас. Я реально ползу на четвереньках сюда, блин. Вот он, матрас. И вот такое палево. Фу, даже не знаю, как сказать. Но она вроде комната отдыха. Ну, кто тут будет отдыхать? Блин, причем матрас подозрительно какой-то влажный. Или мне показалось, может. Но это не с меня точно, я вроде не напугался. Так, выходим из этого караула, в общем, на свет божий. Ой, фу, блин. Так, сразу пройду, покажу. Бассейн тогда. Бассейн классный, выглядит вообще ништяк. Вода прозрачная, зелененькая подсветка. Бассейн вроде так даже глубокий, я смотрю. 1.5 метра, наверное, точно будет. Так, тут что-то написано. Фу. В общем, вот так все это выглядит прикольно. Потолки, надо сказать, все разукрашены. Смотрится вообще классно. Вот. Ну и все, у нас здесь душ. У нас тут душ получается. Тут дальше у нас комната туалетная. Вот, вот так все это выглядит. Туалет, умывальник. Фен, пожалуйста, бумажка, все есть. Все прикольно. Все классно. И парилка. Собственно, основной момент. Ой, показывать буду из открытой двери, там натоплено, чтобы камеру мне. Парилка небольшая. Ну, не знаю, вчетвером мы сядем, посидим, наверное. Париться по одному, естественно, если, особенно если кто-то лежа будет. Вот два веника нам дали. Ничего, такие венички, я вот сейчас их запарю, как раз тут парилки. Поэтому вот так. Вот такой вид отсюда. Смотрится все цивильненько. Чистенько, аккуратненько. Но так как номер охота, понятно, здесь будут такие вещи. Они везде. Они там в основной комнате тоже полно.
Вот такое окошечко можно подглядывать за теми, кто сидит в общей комнате. Значит, все, сейчас мы немножко посидим, выпьем пивца, пообщаемся, и я потом дальше сниму общую комнату. И там еще одна комната отдыха будет. Ну, вот так вот. Фу, ёпта, я опять, в общем, со второго этажа. Вот за стенкой слышно, кстати, работу бильярда. Там соседний номер, рыбалка. Все, пойдем, пока у нас частично народ парится. Я сейчас только вылез из парилки, парилка термоядерная. Минус, конечно, что мы не можем дровишками сами управлять. Нам там втапливают по-человечески вообще просто. Единственное, можно выбежать сразу, короче, бассейн. Все, сейчас основную комнату покажу сразу. Так, чьи жопы попадут, тут я не виноват, короче. В общем, общая комната. Так как мы в охоте, тут все по-охотному. Потолки все разрисованы. Да, тут всякие бедные животные, птицы. Убивал бы за такие, конечно, чучела. Я бы сам бы, наверное, убивал бы, блин, быстрее, чем этих чучел. Вот америкосовский, короче, вентилятор. Типа, ну, типа америкосовский, да и все, что хочу сказать. Чьи-то, кто-то рога обронил тут. Так. Вот камин, про камин писали, что камин на дровах, но судя по тому, что дров рядом нету, то ли экономят, то ли, я не знаю, в чем тут дело. Какие-то колокольчики почти работают, даже. И вот на стенах тут диваны, короче, вот такие вот. Остальные диваны сейчас заняты. И, короче, вот, поэтому сейчас я вам то поближе еще интерьер покажу. Здесь, ну, у нас музончик включен, мы этот, телек вроде нафиг не надо, да. Чем мы дома насмотримся. Вот. Ну вот так все это выглядит. В принципе, интерьер приятный, не стрёмный. Только вот эти чучела и мне не очень, например. Я, короче, из зеленых. Вот. Так, и вот тут комната отдыха, короче, которую я еще не снимал, но тут темно. Сейчас мы попробуем свет найти. Так, ну походу это весь свет. Вот эти вот фонарики, это, похоже, единственный свет, какой есть. Ну, топчан такой двухместный, короче. Фонарики. Вон, можно поподглядывать за кем-нибудь там из общей камеры. Так, ну и все, здесь можно переодеться. Я так понял, что больше освещения никакого нету. Ну, нормально, для комнаты отдыха вполне подходит. А, и, кстати, приятный момент, порадовало то, что в Miami Beach нам бесплатно принесли, бесплатно, причем, как казалось, нам принесли полотенца, тапочки. Вот мелочь реально, а приятно. Это наш стол тут, короче. Ну вот как-то так вот отдыхаем. Отлично проводим время. Ну тут змейки всякие разные, всевозможные. Я тут уже показывал все это. Вот. Ну вот так вот. Вот. Ну все, продолжаем отдыхать. Пока еще не расходимся. Попозже расскажу по расценкам. Так, пришел традиционный момент нашего обзора, когда я рассказываю про веники. В этой бане в Майами Бис веники березовые. Сейчас я вытащу один. На свет божий вытащу один веничек и покажу вам. Веники хорошие. Мы взяли два веника. Веник березовый. Такой без этих, без сучков, без особых. Вот так вот он выглядит. Постараюсь навестись на него сейчас. Вот, вот так, значит, выглядит веник. Вот так положу его. Отличный березовый веник. Без веточек, листики. Ну, классно. Причем мы попарились уже, наверное, пару раз. Веники не облетают. Вот можно по бассейну даже посмотреть. Мы туда прыгаем-то без души сразу. Из парилки, вон, которая открылась, и в бассейн. Листики все на месте. Веники очень хорошего качества. После дубового, кстати. Но ощущения другие, так что рекомендую чередовать обязательно. Вот нашу баньку еще раз засниму. Ну вот, все, это по венчикам все, продолжаем париться, отдыхать. Фу, ну пока выдалась минутка свободная между парением, выпиванием пивка и общением с друзьями, хочу рассказать по расценкам. Значит, сейчас... Но вот мы здесь не были до этого, первый раз как бы, и поговорили с администратором по телефону, и она сказала, что
сейчас акция. И в будние дни 1 час стоит 1000 рублей. Мы брали на 3 часа. Единственное, она говорит, что пока идет акция, вот эта акция 5 час подарок, она недействительна. То есть берете на 3 часа, 3 часа, 4, 4, 5 не дается подарок. А выходные дни 1 час сауны стоит 1500. Вот. Поэтому вот так вот сейчас вот. Я вот не понял, то ли на сентябрь, октябрь, то ли на сентябрь. Ну, что-то как-то особо внимания просто не обратил. Поэтому уточняйте. Вот, возможно, есть возможность реально по очень хорошей цене провести время в отличной сауне. Она и сауна, и баня одновременно. Вот. Так что наверняка мы сюда еще придем, скорее всего придем в рыбалку, это вот соседний номер, ну я уже говорил, наверное, в котором бассейн расположен на улице. Особенно интересно будет зимой сюда прийти, бассейн с подогревом, обещает температуру от 28 до 32 градусов в бассейне воды. Поэтому вот зимой обязательно сходим по снежку, да в теплый бассейн, мне кажется, или после снега в теплый бассейн. Короче, контрастненько что-нибудь такое придумать после парилки, будет интересно. Ну а мы пока продолжаем отдыхать и париться. Не знаю, возможно, что-то еще запишу сегодня. Хочу отметить один плюс, про который, наверное, ну, уже рассказывал. Но покажу еще раз. Вот здесь такие форсунки гидромассажные. Вот они, их три штуки там. И если подплыть с той стороны, то можно неплохо себе поразминать шею этой штукой. И про парилку хотел еще отдельный момент такой сказать. Здесь парилка на березовых дровах. Ну, наверное, потому что мы ее не видим. Здесь топят ее за нас. То есть мы вот не можем влиять на процесс. Так вот она сама печка. И все, и там стена. Вот. Топят ее за нас. И сегодня ее реально топят, блин, просто сильно вообще. Я не знаю, может, человек не очень понимает, может быть, ну, градусов 120 парилка, кому-то, наверное, это нормально, но я считаю, да и вообще есть такое мнение, что русская баня — это 90 градусов, все, что больше 100, уже на пользу не идет. Ну, как говорится, каждому свое, но вот вроде попарились, вроде все и нормально, но, ну, в общем, есть к чему стремиться, короче. Вот, и в следующий раз, возможно, мы даже выберем баню, где, ну вот как в прошлом выпуске, мы сами участвовали в процессе подтапливания, где дровишки и сама печка тоже находятся с нашей стороны. Ну, в целом, в принципе, все нормально, просто мы сразу не среагировали, а потом уже не стали, как бы, что-то мы поначалу не могли дозвониться, нас не слышали, то ли со связью там проблемы какие-то были, то ли что. Ну, а потом за разговором, приятной беседой, пивком время прошло. Ну, ну вот такой нюанс, в общем. Ну все, время нашей аренды этого номера подходит к концу. И поэтому, ой, вроде все, рассказал, показал. Ну, если вдруг какие-то будут вопросы, задавайте в комментариях. Вдруг что-то я забыл. В целом номер нам понравился. Места много. Посидели хорошо, пообщались. Летом вообще классный вариант, так как есть выход на улицу. Ну вот еще будем проверять соседнюю рыбалку и ее бассейн, который расположен на улице. Но это будет уже в следующих выпусках. А на этом я заканчиваю. С легким паром. И всего вам доброго.